Медиахолдинг ОТВ часто становится участником социальных акций. Так, каждую неделю в рамках проекта «Добрые среды» мы вместе со зрителями собираем деньги для тяжелобольных детей. Есть и еще одна традиционная и масштабная акция – патриотический проект «Огонь Победы». В его рамках медиахолдинг совместно с партнером компании «Новатек» помогает восстанавливать вечные огни и военные памятники. Волонтеры по заявкам жителей приезжают даже в отдаленные населенные пункты. Ветшают памятники. Мы даже не замечаем, как где-то упала плитка, а где-то упала буква. И это все происходит на наших глазах. Это проект созидательный, потому что это ремонт. Ну и это проект очень символичный. За 2 года в рамках проекта «Огонь Победы» в Челябинской области отремонтированы 23 мемориальных комплекса. Теперь искать новые объекты будут с помощью самих жителей, ведь они лучше всех знают, где потрескалась плитка или нужно провести субботник. Заявки можно оставить на нашем сайте 1obl.ru. Необходимо указать точный адрес мемориала и прикрепить фотографии. К реставрации волонтеры приступят уже в марте. С этого периода будут организованы и субботники на вечных огнях области при поддержке депутата Госдумы. Нами будет организован цикл субботников на вечных огнях области. Мы приглашаем всех неравнодушных жителей города подключиться к акции «Огонь Победы» и прийти на наши субботники. Также все желающие могут поучаствовать в флешмобе «Останови время». Нужно реконструировать памятное событие военных лет у одного из мемориальных комплексов. Снять на видео и прислать на сайт 1obl.ru. Видеоучастников мы будем принимать с апреля по май. Победителя пригласим в студию и наградим.